Открылась? Ага. Вместо ветхих стен и разрушенной печки в Николаевке квартира в пятиэтажке на Керенского. Элеонора, новая хозяйка благоустроенной однушки, осматривает жилье. Девушке 16 лет, она сирота и сейчас живет с родной тетей Татьяной. От погибших родителей Эле досталась комнатка в 29 квадратов с удобствами на улице. Когда участок по улице Советская попал под комплексное развитие, больше всего опекун Элеоноры Татьяна переживала, что семья потеряет кусочек земли возле дома. Но школьница огородом заниматься и не планирует. Жить и учиться в нормальных условиях, когда придет пора выйти в самостоятельную жизнь. Вот что важно сейчас для юной девушки. Приняв во внимание обстоятельства Элеоноры, будущий застройщик территории, компания «Стройиндустрия» принял решение найти для девушки достойную, благоустроенную квартиру. Как говорится, новая квартира – новая жизнь. Желаю вам удачи. Комнату в Николаевке оценили в 2 миллиона 230 тысяч рублей. Новая квартира на 3 квадрата больше и в востребованном районе Студгородка обошлась в 3 миллиона 250 тысяч. Когда узнали, что будет расселение, что подумали? Паника. У всех буквально паника. Частный сектор, однокомнатная квартира, земельный участок, баня, туалет само собой. Но я думаю, что новое жилье лучше. Комната не маленькая. Она очень рада, что на будущее у нее уже квартира есть. Чистенько, аккуратненько. Недалеко от предыдущего места жительства. Район хороший, свежий воздух. Стройиндустрия показывали нам много вариантов. Мы выбрали этот самый оптимальный. Получить собственную благоустроенную квартиру рядом с будущим местом учебы, о таком девушка с непростой судьбой не могла и мечтать. Сейчас несовершеннолетняя Элеонора продолжит жить с родной тетей, но теперь она знает, у нее есть свое достойное жилье.